Другим темам. В столице прошел очередной антиковидный рейд по кафе и ресторанам. На этот раз инспекционная группа проверила увеселительные заведения на одной из улиц Листы. В момент рейда многие залы пустовали, но администраторы заверили проверяющих, что танцевать посетителям по-прежнему запрещено. Проверка показала, что предприниматели хорошо подготовились к открытию с учетом всех требований Роспотребнадзора. Серьезных нарушений не выявлено. У всех присутствуют разметки, антисептики, приборы для замера температуры тела сотрудников. За прошлую неделю, за 5 дней и за сегодня было проведено в общем 40 проверено объектов общественного питания, торговых объектов, а также объектов в сфере услуг, по результатам которых в общем, значит, все предприниматели были готовы к этому, соблюдают все требования. Ну, были какие-то мелкие такие недочеты, такие как разметка там стерлась, еще что-то. Таким предпринимателям были выданы рекомендации, предписания об их устранении.